Всем приветик, друзья, смотрите, у дочки на деке американский робин, этик, красная грудочка. Ну вот, свил гнездышко на вот этом вентиляторе, а дочка не заметила, когда и как, ну не обращала внимания, а потом смотрит, птичка там сидит, было прохладно, вентилятор-то не включали, вот. Вот сидит, и это уже причем выпаривает второй раз. Надо было убрать опять, но она думала, что один раз она выведет. Нет, она садится второй раз. Вот сидит опять и парит. А скоро начинается жара. Ну, будем ждать, когда выпарит. Вот так здесь, оказывается, нельзя расслабляться, иначе... Птички будут гнездиться прям. Вот смотрите, вот дек, да, выходишь и ничего не боится. Сидит. Вот. Вот такие у нас новости.